Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину. Уважаемый Денис Владимирович, личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка войсковой части 08-818. Qondarma Donetsk Xalq Respublikasından ordu sıralarına çağırılanlar, Qondarma qurumun rəhbəri Denis Pushilinə qarşı üsyana qalxıb, 105-ci moto atıcı alayının 3-cü piyada batalyonunun şəxsi heyəti Pushilinə ünvanladığı video müraciətdə bildirir ki, səfərbər edilərkən onlara Donetsk ərazisində qalacaqları deyilsə də, aldadılaraq Luqansk ərazisinə aparılıblar. Nəticədə heç bir təcrübəsi və hərbi hazırlığı olmayan heyətin yarısı məhv edilib. Həmin müraciəti sizə təqdim edirik. 3-cü stilkovo batalyona 105-cu stilkovo polka, buduşu neopuçunum i neopıtnum vedeniyi boyevih destri do momenta mobilizasiyi proxodili obuçeniyi v vuzov, rabotili na različnogo roda predpriyatiyah i v različnih otraslyah, ne imeyushikh otnoşeniya k voinskoy slujbe. А также не прошедшее обязательное медицинское обследование. Многие мобилизованные имеют острые хронические заболевания. Находились с 13.03.2022 на передовых позициях в городе Мариуполе. Обращаю ваше внимание, что в период с 13.03 по настоящее время, неся боевые и другие потери, по состоянию на 23.05.2022 налицо осталось 60% личного состава. Личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка выполнил поставленные боевые задачи, а именно оборона занимаемых позиций в городе Мариуполь, ведение наступательных боевых действий. В настоящий момент личный состав находится на территории другого государства, а именно Луганской Народной Республики, гражданами которого мобилизованные не являются. Военнослужащие 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка морально и физически истощены, что осложняет выполнение боевых задач. Под закон о мобилизации попадают все мужчины и другие граждане ДНР, которые являются военно обязаны. Однако на территории ДНР находится большая часть лиц мужского пола, которые уклонились и продолжают уклоняться от мобилизационных мероприятий и не встают на защиту ДНР. В то время как мобилизованные военнослужащие 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка выполняли боевые задачи в городе Мариуполе. На основании вышеизложенного просим вас рассмотреть следующие вопросы. Первый. О возвращении личного состава 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка на территорию ДНР, место постоянной дислокации. Второй вопрос. О ротации личного состава 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка с передовых позиций и линии соприкосновения с противником на охрану государственных объектов ДНР в тылу на третью линию обороны, как было заявлено в вашем публичном обращении, другими подразделениями, в состав которых входят мобилизованные. Также, третий вопрос о демобилизации. 3-й стрелковый батальон 105-го стрелкового полка войсковой части 08-818 как боевого подразделения, выполнявшего боевые задачи на первой линии обороны и передовых позициях с целью продолжения работы мобилизованных на предприятиях различных отраслей. Обращаю ваше внимание, что возврат мобилизованных на предприятия будет способствовать восстановлению различных отраслей Донецкой Народной Республики. Четвертый вопрос, касающийся увольнительных для военнослужащих 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка. Просим предоставить ответ в письменном виде.